Одна очень известная комбинация, когда мы разгоняем, толкаем, разогнали, толкнули. Ключевые моменты, на что стоит обратить внимание. Во-первых, не надо идти через большую амплитуду. Тазом мы бросаем вперед, пружинкой поймали, толкнули. Поймали, толкнули. Сначала делаем на месте, потом можно делать варианты перемещения. Шаг вперед, назад, это уже будет зависеть от той комбинации, которую вы собираетесь наработать. Локоть не поднимайте при толчке, то есть бам, бам. Итак, первое движение, это у нас боковой, либо удар кулаком, неважно как, ладошкой, предплечьем. Если выставлена рука или потенциальная атака, ровно то же движение мы выполняем защиту. То есть это вот первый наш мах рукой. Второе движение — это прямой. То есть мы, например, зарядились, толкнули, просто толкнули вперед. И, соответственно, как это мы можем совмещать? То есть самое простое движение. Боковой, прямой. Идет удар противника. Мы делаем раз, прямой. Прихват, удар, либо серию ударов. Для опрокидывания можно также использовать раз, два, либо ударом, либо толчком в горло. Варианты комбинации, то есть оно стандартно, одна рука, боковой, прямой. Все остальное мы уже смотрим, комбинируем в зависимости от смещений, перемещений, уходов и тому подобное.